Днем мы в составе 2-й танковой армии вошли в Люблин. Город встретил нас удушливым, разъедающим глаза дымом пожарищ. К вечеру жара спала и стало немного полегче. Но общее напряжение осталось. Снайперская пуля из-под крыши дома или пулеметная очередь из подвала расслабиться не дают. Но наперекор всему, мы продвигаемся к центральным городским кварталам. Нелегко нам сейчас, но фрицу тяжелее. Мало того, что наши танки ворвались в город, так еще и поляки восстание подняли. Наша группа послана вперед, чтобы установить связь с командиром повстанцев. Надо ударить вместе и погнать немчуру прочь из города. Мы приближаемся к центру города. Нам Вперед, бегом! Ненавижу! Уже начинается самое пекло. Вам пухом, братцы. Снайперов упокоили. Может, про нас в газетах напишут?
стреляете! Если вы сохраните мне жизнь, я покажу вам нечто весьма важное! Береги бой! Наших здесь еще быть не должно! Значит, там бьется армия Людова! Нам нужно пробиться к повстанцам и войти в контакт с генералом Гробовским! Не дрейф, мужики! Мы нашли полевой штаб повстанцев. Нам нужно прорваться туда. Генерал Гробовский должен быть там. Его отряд атаковал немцев в спину и захватил один из домов, а в здание попал в ужасный снаряд. Генерал погиб? Мы не знаем. Его тело находится под обломками. Мы собираемся отбить здание и найти своего. Мы поможем вам! Мужики, всем приготовиться к атаке! Да, командир!
веселей, братушки! Наши танки идут к нам на помощь! Вперед! Мы должны выжечь это осиное гнездо! Настоящие герои, генерал. Потери будем считать потом. Мы очистили эту часть города от немцев. Но нам еще предстоят... Рад это слышать. Почту за честь сражаться с вами плечом к плечу за полное освобождение... Ваша помощь будет очень кстати. А теперь нам следует скоординировать наши действия. Слава Богу!